Grazie per essere qui oggi. Possiamo cominciare? Bene, la conferenza stampa si esaurisce qui. Grazie a tutti per essere intervenuti. Наконец-то начинается групповой этап Лиги Чемпионов. Как долго мы ждали этого? Вы смотрите прямую трансляцию на футбольном канале EA Sports. Оставайтесь с нами. Отличный вечер вполне может стать еще лучше, если команды покажут свой класс. Всем привет и добро пожаловать на футбол! Буквально несколько слов о комментаторах сегодня. Обошлось без сюрпризов, как ни странно, и для вас работают Константин Генич и Георгий Черданцев. Ну что же, сегодня мы будем смотреть в прямой трансляции Лигу Чемпионов, а именно матч группового этапа. Классный матч мы сегодня увидим, Константин. Очень важный матч сегодня для обеих команд. Старт турнира всегда важно начинать удачно и взять максимум очков, особенно когда дело касается Лиги Чемпионов. Прошлогоднего победителя Лиги Чемпионов всегда привлекает к себе повышенное внимание. Всем интересно посмотреть, как сегодня играет эта команда и сможет ли она повторить свой прошлогодний успех. Мало кому удавалось два раза подряд выйти в финал Лиги Чемпионов, и еще меньше тех, у кого получалось выигрывать. Каждый розыгрыш так или иначе таит в себе сюрпризы и сенсацию. И почему бы одному из них не стать повторением прошлогоднего финала? Хотя бы отчасти. Давайте о составе хозяев поговорим. Вратарь Войцех Чесны. Локотелли вместе с Рабьё в центре полузащиты. И только один нападающий с первых минут – это Альваро Мората. Челси с первых минут начинает матч в следующем составе. 5-2-3, вот такая у них сегодня схема. Вот это интересно, очень универсальная может быть эта тактика, но поначалу все же будет расчет на атаку. Первые матчи сегодня проводят команды в своих группах. Первые победы и первые разочарования. Все это ждет нас уже сегодня. Стартовать хорошо, очень важно для любого клуба. Так что жди сегодня хорошего футбола. Бен Чилвелл. Пулишич. А как насчет навеса здесь? Играют они в пас. Матео Ковачич. Да как он его взял, а? Это невероятное что-то.
ворота. Мяч летит в центр штрафной. Не смог защитник как следует мяч вынести. Все еще опасно сейчас. Обычно такие игры Лиги Чемпионов затмевают собой остальные матчи игрового дня. И ждем классный футбол. Да, две большие команды. И несмотря на то, что это всего лишь групповой этап, атмосфера на стадионе сегодня просто потрясающая. Матео Ковачич. Счет открыт, быстрый гол смогли забить. О лучшем начале, наверное, и мечтать не могли. А вот сопернику теперь действительно будет очень тяжело вернуться в игру. Все грамотно в этом эпизоде сделал нападающий. Пошел в обыгрыш один в один с защитником и не оставил тому никаких шансов. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Альваро Морат. Адриан Рабье. Хорошее владение мячом они показывают. Мората. Опасно как! Гол-гол-гол! Они сравнивают счет! Повторяют нам гол, очень хорошо пас он отдал, зрячий, и точно он у него получился. После такого паса сложнее было не забить, так что без проблем мяч зашел в створ ворот. Счет снова равный, 1-1. Отлично, атмосфера у нас сегодня на стадионе. Сложно найти свободные места, на первый взгляд их нет совсем. Это радует. Популярность футбола растет во всем мире. Поход на футбольный матч – это уже не только для кого-то одного. На игры приходят семьями. И вот это по-настоящему здорово. То, что хочется видеть на каждом стадионе в мире. Аарон Рэмзи. Александр. Вниманием его перед этой игрой явно не обделили. И это понятно. Сегодня он играет против своей бывшей команды, а это отличный повод для СМИ. Думаю, и болельщики сегодня особое внимание к нему проявят, и это, возможно, скажется на его игре. Не хотелось бы такого, конечно, потому что... Аарон Рэмзи! Отлично пробил как. Сильный удар получился, но точности не хватило от слова совсем. Далеко от створа мяч проходит. Ромелу Лукаку. Пулишич. Челси держит мяч и не расстается с ним. Оставляет мяч для навеса. Маунт. Какая игра честная. Насколько здорово он сейчас реагировал на этот удар. Потрясающее спасение. Мы видим, как реагирует тренер на этот момент. Сейчас его команда могла выйти вперед. Соперник будет с мячом. Не получилось его сохранить. Можно провести контратаку. Аарон Рэмзи. Адриан Рабье. Хороший пас на соперника. У нас есть новости о пенальти в одном из параллельных матчей. Давайте послушаем нашего корреспондента. В пользу хозяев поля назначил пенальти арбитр, но воспользоваться своим шансом они не смогли. Слишком сильно он пробил, и мяч пролетел выше перекладины. Счет остается 1-0, 27 минут сыграно. Спасибо за полезную информацию. Мы же возвращаемся к нашему матчу. Пас вроде получается. Терпеливо разыгрывают мяч, ищут идеальный шанс. А ведь так все здорово было, но мяч переходит к сопернику. Игрок Челси фолит, это штрафной.
Возможно, ситуация тянула на предупреждение, но опасно. Хороший удар рядом с перекладиной. Да, если бы мяч немного клюнул вниз, вратарь бы уже вряд ли помог бы своей команде. Рис Джеймс. Жоржиньо с мячом. Теряет Челси мяч. Марата. Это Аарон Рэмси. Бернардески. Мяч потерян. Еллини. Рэмзи. Оставили они без мяча соперника и сейчас пытаются разыграть доверного свое владение. Вратарь просто герой сегодняшнего матча. Спас команду и не позволил сопернику выйти вперед. Матео Ковачич. Лукаку. Пулишич. Н'Голо Канте. Челси начинает атаку. И есть куда бежать ему дальше. Есть удар, но слишком не точно. Тут все под контролем. Вратарь просто проводил мяч глазами. Адриан Рабье. Рэмзи. Аарон Рэмзи. Альваро Морат. Он хорошо держит мяч и двигается к воротам. Отличный момент. Есть. Попадает мяч в ворота после удара. Филигранный удар в девятку. Прекрасный гол. Какой классный пас в разрез у него получился. Еще раз мы смотрим этот гол. Да, и там получился выход один на один, который завершился классным ударом. Вратаря винить не в чем. Такие эпизоды редко решаются в его пользу. После этого гола Челси уступает. Жоржиньо. Маунт. К основному времени арбитр решил добавить 2 минуты. Челси держит мяч и не расстается с ним. Это вне игры. Лукаку. Матео Ковачич. Хорош вратарь. Как классно он с этим ударом справился. Очень-очень здорово сейчас проявил себя вратарь. В центр штрафной пошел мяч. И мяч в воздухе после такого выноса. 2-1 после первого тайма. Начинается второй тайм первого группового матча в Лиге Чемпионов. Матиас де Лигт. Адриан Рабье. Судья позволяет продолжить атаку. Получилось отдать на ход. Еще один гол, они забивают. Вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться. Все-таки надо будет забивать уже 2 мяча. Еще раз посмотрим голевую атаку. Хорошо они здесь в пас сыграли. И завершение классное. Очень здорово разобрался с прессингом защиты и классно завершил эту атаку. Уже 4 гола в этой встрече забиты. 3-1. Пас перехвачен. Матео Ковачич.
Много говорили на разных уровнях о потенциальном трансфере. А сегодня мы можем точно сказать, что это уже свершившийся переход. Я думаю, сейчас мы наблюдаем, если не закат его карьеры, то время очень близкое к этому. Он поиграл много, добился успеха на разных уровнях. И новый переход для него — это новый и, скорее всего, последний вызов. Хорошо двигается с мячом. Навесом в штрафную можно сыграть. Мукиеле. Очень здорово прессингуют они. Марата. Хороший удар получился, но мяч идет выше ворот. Свежий игрок войдет в игру. Отличная работа с мячом. Вернер! Честный в игре. Бернардески. Мяч переходит к другой команде. Перехват. Эрлинг Холланд. Это Жоржиньо. Может он забить здесь? Должен придать дополнительных сил этот гол команде. Еще один, и счет будет равный. Сейчас они побегут вперед. Прекрасно видно, как игрок контролировал мяч и попал именно в ту точку, которую и хотел. Пять голов забито в этом матче. Счет 3-2. Адриан Рабьё. Дибала теряет мяч. В игре вратарь. Эрлинг Холланд. Вернер. Очень своевременный перехват. Нельзя было давать пройти этому пасу. 20 минут до конца основного времени матча. Канте нарушает правила. Игра остановлена. Четко и просто вратарь играет. Рис Джеймс. Верно. Челси держит мяч и не расстается с ним. Есть хет-трик. Прекрасная игра. Давайте еще раз на его третий мяч сегодня посмотрим. Это очень хорошая игра для него. Возможно, мы увидим еще голы в его исполнении. Погоня увенчалась успехом. Счет сравнялся. Матео Ковачич. До конца второго тайма примерно минут 15. Ну и плюс то, что добавит арбитр. Мукиеле. Нужно набирать скорость. Мяч уже на чужой половине. Не торопясь, они разыгрывают мяч.
И на этом их владение заканчивается. Мяч теперь у соперника. Пулишич. Хороший шанс есть у команды застать соперника врасплох. Но ничего здесь не получается создать. Адриан Рабье. Почти закончилось время у нас в матче. И это последний шанс забить сегодня. Вот это интересный пас. Можно забивать. К сожалению, для атакующих в этом моменте было положение вне игры. Так что этот гол засчитан не будет. Защита хорошо сработала. Смогли выдержать линию за мячом. Вернер. Жоржиньо. Матео Ковачич. Пулишич. Тащит вперед мяч. Отбивает мяч, честно. Очень-очень опасно сейчас было. Алекс Сандро. Адриан Рабье. Судья не дал свисток сразу, но поскольку атака закончилась без опасного момента, будет штраф. Еще один игрок нападения появляется на поле. Чтобы выиграть этот матч, нужно расшевелить оборону соперника, иначе все сложнее и сложнее будет подойти к воротам. Ход как минимум неожиданный, мало кто мог предположить, что выйдет еще один игрок передней линии. Хороший пас на ход. Выше ворот проходит мяч, но удар был хороший. 2 минуты и прозвучит свисток арбитра. Эрлинг Холланд. Жоржиньо. Эрлинг Холланд. Есть момент, чтобы вырвать победу. Хорошо они атаковали, но теперь остались без мяча. И все, больше времени в этом матче нет. Финальный свисток арбитра фиксирует ничью в первой встрече Челси в группе Лиги Чемпионов. Не самый хороший, но и не самый плохой результат на старте. Все-таки ждать полной мощи в первом туре не приходится. Команда еще раскачивается, и ничья сейчас вполне по делу. La ringrazio per aver accettato di venire ai nostri microfoni. Abbiamo finito. Grazie di nuovo.